Всем привет, меня зовут Александра и добро пожаловать на мой канал. В этом видео я буду делать брошку крокус. Приготовила вот такой шаблон. И буду переводить его на фетр. Также в шаблоне я сделала вот такие вот дырочки и расставляю их на фетре. И потом провожу линии. Брошка будет у меня в красно-розовых оттенках, цветах. Какие материалы буду использовать, будет показано в процессе видео. И обшивать контур буду жесткой канителью красного цвета. И пришивать мононитью 0,15 мм. Канитель немножко растягиваем, чтобы показались витки. И кончик, который не растягивается, отрезаем. Начинать выкладывать канитель буду вот отсюда и вот так. Здесь я оставлю промежуток без канители, потому что сюда буду ложить стразовую цепочку зеленую, будет стебелек. Так, контур у меня готов. Теперь буду начинать ложить стразовую цепочку. Стразовую цепочку я взяла красную и розовую. 2 на 2 миллиметра. Приклеивать буду цепочку на вот такой вот клей. Цепочка приклеилась, теперь буду прошивать мононитью за каждую перемычку. Итак, цепочка на месте. И следующее, что я буду делать, это нашла вот такие вот у себя кристаллы. Шатоны буду приклеивать, пришивать бусинки. Это у меня цвет темно-малиновый. Вот такие вот сваровские, тоже в розовых тонах. Ну, а это тоже чешские бусинки розовые. Потом биконусы, рондели прозрачные, стеклянные. В общем, сначала буду начинать с кристалликов. Потом бусинки с крупных материалов, в общем. А уже маленькие местечки буду перекрывать бисером. И еще хочу положить пайетки. В общем, пофантазирую. Ну и, конечно же, все покажу вам. Кристаллы и шатоны решила расположить вот так. Сюда мне идеально подошел красный. То есть к низу я делаю темное, к
Сверху я делаю светлое. Вот так и пришью. Так, кристаллы на месте. Далее начинаю пришивать бусины. Так, пришила бусины, уже что-то вырисовывается. Еще взяла вот такой вот микс розово-лиловый японский. Здесь и стеклярус, и крупный бисер, и мелкий бисер. В общем, все в разных оттенках. Очень интересно. Я уже сюда пришила некоторые места бисер. И теперь беру желтый бисер, пятнашку. И буду вот здесь вот выкладывать как бы сердцевинку у цветочка. Так, серединку вышила. Теперь буду начинать от светлого к темному. Мне вот так захотелось. То есть здесь начинаю пришивать вот такой вот розовый. Он у меня, кстати, заканчивается, надо будет заказывать. Вот такой потемнее. И, может быть, еще добавлю красный. Не знаю, посмотрю. Итак, здесь делаю точно так же, от розового к матовому, и в пустых местах, точнее в мелких, буду ставить пятнашку и тут, и тут, и тут. Все делаю точно так же. Так, лепестки вот эти я вышила. Теперь будем заниматься вот этим. Здесь буду пришивать стеклярус. Так, здесь я прошила все и начинаю вот сюда уже вводить зеленые прожилки. Возьму из вот такого вот микса зеленые вот эти вот стеклярус. И также вот сюда приклею зеленую стразовую цепочку.
Вот так приклеила стразовую цепочку. Здесь ее соединю, пришью. И вот так он будет свисать. Здесь буду пришивать стеклярус и бисер зеленый. Заготовка брошки готова, все вышло, такой вот красивый стебелечек. Буду носить в вот таком положении, буду делать застежку вот так. Все оформляю заготовку в брошь. Как я оформляю задник и обшиваю, я уже несколько раз показывала, поэтому на этом сегодня не буду заострять внимание. И покажу вам уже готовую работу. Ну вот и все. Моя брошка крокус готова. Вот такая обратная сторона из белой кожи. Застежку поставила под золото. И к ней я сделала еще вот такую вот ей подружку. В голубом цвете. Теперь у меня две такие симпатичные брошки. Я даже не ожидала, что у меня будет такой результат. Здесь я на этой брошке обрабатывала край бисером чешским десяткой, а здесь 15-м тоха. И они немножко даже вот за счет обработки выглядят по-другому. Ну а так, обе брошки хороши. Я от них просто в восторге, я в них влюблена. Эх, погуляю. Половлю взгляды. Вот такая красота. Как вам такие брошечки? Какая понравилась больше? Розовая или голубая? У меня вообще цвета фавориты это сиреневый, розовый, голубой. Но сиреневую я уже не стала делать, мне этих двух хватит. А в сиреневом цвете сделаем какой-нибудь другой цветочек. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте подписываться на канал. И нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. У меня на этом все. До новых встреч. Пока-пока.